Читатель прислал видео и подписал: «Расисты гонят украинские авто». Я пересмотрел несколько раз данный видеоролик и, если честно, не совсем понял, что именно он имел в виду. Если кто-нибудь из вас знает, что это значит, напишите, пожалуйста, нам в Telegram-бот. Ну, я вижу колонну автомобилей, разного рода автомобилей, даже не совсем военных автомобилей, у которых на каждом автомобиле написана буква V. То ли они украли в Украине эти автомобили и гонят сейчас к себе, либо что-то другое. Ну, напишите в комментариях, так как довольно интересная тема.